Повтори, что я тебе сказала. Я буду жить в Махачкале на квартире вместе с сыном какого-то дяди Ибрагима. Не какого-то. Это друг твоих покойных родителей. Дай Аллах ему здоровье. Он всегда нам помогает. Я никуда не буду ходить. Целый день буду учиться. Нечего тебе по городу шляться. Этих дур городских много. Думают только салон, малон. Вообще мозгов нет. Понял? Баба, не перебивай меня. К своему дяде Усману в гости ходи. Часто не ходи. У него денег много, мозгов мало. И жена безмозглая. В черных очках ходит все время. Скупые они. На, возьми это. Да не нужно, баба. Лучше по хозяйству себе что-нибудь купи. Не учи меня, жену свою будешь учить. Бери и не умничай. На всякие глупости эти твои инсрабаны не трать. На еду трать, понял? Что сигналишь? Куда спешишь? К жене, что ли? Потерпи. Тетя Шахримат, извините, пожалуйста, случайно я нажал. Есть надо меньше. Отрастил живот и нажимаешь, что не нужно. Пусть Аллах тебя бережет. Счастливого пути. Оставляешь бабулю, уезжаешь. Золотой мой. О Аллах, как же он там будет жить без нас? Убереги его, Всевышний. Салам алейкум. Валейкум салам. Ахмед? Да, ты Салман? Он самый. Отец говорил, что мы с тобой теперь будем вместе жить. Если какие-нибудь проблемы с преподавателями, бабки нужны будут, ты обращайся, я на связи 24/7. Баракалла, брат. Надеюсь, не понадобится. Ты на всякий случай номер запиши мой. 8-989-37-8-39. Гудкани. Это 65-78 в конце? Кстати, Ахи, Кент номер продает за 20 штук. Цифры каша вообще. 3 семерки в конце. Хочешь? Баракалла, брат. Посмотрим. Сам смотри, Ахи. Просто с такими цифрами, как у тебя, навряд ли на тебя кто-нибудь клюнет. Кстати, Ахи, я сегодня в 9 часов буду смотреть с ребятами кальянный бой Махачо-Пирбудаго. Если что, заруливай, я приглашаю. Чё за он камень, я тебе говорю? Наверное, круче у него сейчас в ММА никого нет. Можно смело на него ставки делать. Ты же помнишь, 24/7 на связи. Давай. А в какую сторону делать намаз? В сторону Киблы. Туда. Коврик где-то там. Давай.